стадии Кубка чемпионов, и команды начинают играть друг с другом ответные матчи. Да, половина группового турнира позади, и сегодняшний матч имеет очень важное значение при распределении мест команд в турнирной таблице. Сегодня Байер встречается с ЦСКА. Уже сегодня гости могут гарантировать себе выход в плей-офф. Да, это решающая игра для команды. Им нужно всего одно очко, чтобы пройти дальше. То есть достаточно сыграть в ничью. В истории Байера есть славный момент, датированный 1988 годом. Да, команда тогда сумела завоевать Кубок УЕФА, в финале обыграв, кстати, «Эспаньол» из Барселоны. И вот мы видим состав хозяев. Тандем нападающих обладает большей свободой при такой расстановке. Да, и от них сегодня, конечно, будет зависеть очень многое. И смотрим на состав ЦСКА. Судя по расстановке, команда планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. Это может быть опасно. Вагнер Лав! Этот стандарт обещает несколько десятков волнительных секунд обороне. Хочет игрок поспорить с арбитром, но тот непреклонен, решение уже принято. Да, действительно, красная карточка и абсолютно по делу. Плюс еще очень опасный штрафной. Нарушение правил, штрафной. Сиду Думбия. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Какой удар! Хороший момент, но удар не достиг цели. Кевин Камп. Он бьет. Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперника. Думбия. Потерял он мяч, но кому он достанется? Сиду Думбия. Армейцы атакуют. Нужно выходить вперед, бей! И это гол. Первый гол в этой игре и, будем надеяться, не последний. Очевидно, что команда не собирается останавливаться на достигнутом. Пока мы видим игру в одни ворота. Футболисты явно поймали кураж. 1-0. Сейчас будет веселее. Кевин Камп. ЦСКА будет сбрасывать из-за бокового. Посмотрим за этой атакой. Как он... Удар! Какой сейв! Вратарь творит чудеса! Угловой разыгрывают футболисты ЦСКА. Фернандес! И не точно, рядом со штангой проходит мяч. Думбия. Это может быть опасно. Обостряющий пас. Будет момент. Классный отбор, можно играть. Хавьер Эрнандес. Очень здорово сыграно. Кевин Камп. Байер идет в атаку. Атака остановлена, но кто получит мяч? Сиду Думбия. Защитника просто не заметил. Могло что-то... Вагнер Лав! Вот это спасение! ЦСКА готовится исполнить угловой удар. Владеют мячом и ждут, когда предоставится вас. Мяч летит в сторону ворот. Думбия! И что это? Гол!
Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Может получиться интересная атака. Надежно играет защитник, атака прервана. Хильберт. Хорошее оборонительное действие, и кто первым успеет к этому мячу. И пробил! Какой момент, и как здорово сыграл защитник. Табличка в руках четвертого судьи, 3 минуты добавлено. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Момент! Забивай! Это гол! Это гол ЦСКА! Ведет он сегодня за собой команду. Второй гол уже забил. На табло 3-0. Это разгром. Завершил. Команды возвращаются на поле после перерыва, и это 4-й матч в Кубке Чемпионов. Да, сегодня встречаются два клуба, которые знают, чего стоит победа. И думаю, вторая половина матча будет не менее интересной, чем первая. И это шанс забить! И справляется вратарь с этим ударом. Уверенный вынос понижает степень напряженности этого момента до нуля. Судья назначил угловой. Прекрасная передача. Сейду Думбия. И я подозреваю, что этот промах его прилично расстроил. Но он сегодня же на хитрик должен идти. Конечно, ему пока обидно. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? И должны армейцы продолжать игру. Как он? Опасно! Невероятное спасение! Как защитник сыграл. Браво! Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. И Думбия бьет. Мяч влетает в сетку от своего же игрока. Понятно, что ошибка курьезная, понятно, что случайная, но ведь это и говорит о потере концентрации. Да, крайне неприятно. Момент, спору нет, но нельзя раскисать, надо идти вперед и исправлять свою же ошибку. И вот-вот на поле появится свежий игрок, замену у гостей. Ну и посмотрим, что принесет эта замена. Хильберт. Байер идет в атаку. Терпеливо ждут они своего шанса. Можно играть дальше, считает арбитр. Сейду Думбия. Спасибо! Отличный пас, сказал соперник. Кевин Камп. Что-то фанаты хозяйской команды поутихли. Игру соперник контролирует. Да, когда твоя команда уступает по всем статьям, тут явно не до веселья. Ударище просто! Удар нужен! И вот мяч вернулся к армейцам. Отличный удар. Неточный удар. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Хильберт. Байер идет к воротам соперника. На поле готовится выйти свежий игрок, замена в команде хозяин. Сейчас арбитр игру остановит, и кто-то отправится на скамейку.
Думбия. Нужно бить поворотом. Вратарь! Вот это сейв! Команда готовится подать угловой. Загружает мяч. Удар со второго этажа. До финального свистка осталось совсем мало времени, так что можно уже поздравить их с уверенной победой. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Около 8 минут до конца основного времени. Пока неплохо. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Великолепное исполнение паса. Вендел Боржес. Эрнандес. Хакан Чалханоглу. Тут может что-то получиться. Удар по воротам. Алексей Миранчук. Думбия. Судья решил добавить 3 минуты. Пол команды обыграл. Ничего себе. Решил пробить. Надо забивать и гол. В неравных составах можно было не рассчитывать на равную игру. Да, предсказуемо, как раз не хватило игрока, чтобы закрыть зону и подстраховать. Вот молодцы, этот гол никак не меняет расстановку сил в матч. Все, звучит свисток.